Минуту назад стало известно, что умерла актриса «Тайны следствия» Людмила Елисеева. Родилась актриса 10 октября 1937 года. В 1963 году окончила школу-студию МХАТ. В том же году была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, ныне театр, фестиваль «Балтийский дом». Брат актер и чтец Лев Елисеев. Умерла актриса в ночь на 18 апреля 2022 года. При этом причина смерти актрисы не оглашается. При этом актриса снялась в таких сериалах, как «Высокие ставки», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», 8 сезон, «Тайны следствия», «Дознаватель», «Улицы разбитых фонарей», «Соло для пистолета с оркестром», «Ментовские войны» и многих других не менее интересных кинопроектах.